Лекция на тему обезвреживания бомбы. Снаряжение сапера на выезде. Когда ФБР... Да, и снаряжение сапера. Когда ФБР сталкивается с бомбой, к обезвреживанию допускают только люди подготовленные. Для начала снаряжение сапера. У каждого сапера при себе имеется тактический подсумок со снаряжением. Снаряжение сапера входит. Пара резиновых перчаток, боковые кусачки, раскладной нож, мультитул, изолента, кусачки, фонарик, детектор ЭДС. При обезвреживании бомбы необходимо быть максимально бдительным и обращать внимание на детали. Если говорить про порядок обезвреживания бомбы, то есть четкий план проведения работ. Для начала следует надеть резиновые перчатки, далее вы берете детектор в руки и замыкаете два конца и смотрите на лампочку детектора. Загорелось — это ваш провод. Не загорелось — пробуем далее. По определению нужного провода вы откладываете детектор и берете кусачки, с помощью которых перерезаете провод, воспользуясь дополнительным фонариком. Если это требует ситуация, да, если вы ночью, например, обезвреживаете. Вопросы есть какие-либо по лекции? Нету. Нету. Лекция на этом окончена.